Привет! Вот мне подарили такую сигнализацию на велосипед. Вот так она называется. Комплектация, сама сигнализация. Такой блок. Здесь стоит пластиковая пломба. Пульт. Такой. Отвертка. Жгуты и двухсторонний скотч для крепления. На двухсторонний скотч, ну и на жгуты тут предлагают крепить. Отвертка и этот треугольник для открытия корпуса для смены батареек. Вот, сейчас я буду устанавливать ее на свой велосипед. В общем, ребята, сигнализация реально громкая, я только что ее протестил, а сейчас вам покажу, интересно будет, как на камеру слышно или нет. Вот ставлю, значит, я на сигналку, один сигнал, сильный ветер сегодня, двери аж закрылись, и второй сигнал был только что. Все, значит, у нас стоит на сигнализации. Теперь я дотрагиваюсь. Это первое. Первый звуковой сигнал. И второй. Все, сработал сигнал. Все, снял. Ха. Ну, вообще, конечно, очень громко, но классно на самом деле. Чувствительность можно выставлять. А тут еще есть мелодия. Она реально по ушам долбит. Ну давайте оставим, я не знаю даже, ну пусть вот это будет. Так, ну все, я поставил сигналочку вот сюда, я решил ее закрепить, она там хорошо села. Я поставил среднюю чувствительность, потому что мне кажется, что я могу просто уйти сейчас домой, проедет у нас тут поезд рядом недалеко, если он проедет, будет вибрация, она просто от вибрации поезда сработает. Но в целом, короче, это вот так вот выглядит. Вот, я ставлю на сигналку. Все, второй сигнал, это значит, что она стоит. И вот кто-то подходит, берет мой велосипед, звучит предупреждение. И второй раз он пытается срабатывать. Все.